Всем привет! С вами Ольга Чернова. Хочу показать, какая погода у нас в Сибири бывает в сентябре. Вчера был град. С утра был снег. Сегодня валит какая-то огромная такая, огромные шарики, как пенопластовые ледяные. Все, что не успели сделать в огороде, наверное, теперь прикроют снегом. Очень холодно, 0 градусов. И вот такие вот градины. Все еще живое, еще цветы, еще некоторые помидоры у меня висят, но все уже засыпано вот такой крупкой. До свидания.